Этот жестяной забор на Лыбецком бульваре, покрашенный зеленой краской, недолго простоял нетронутым. И даже несмотря на установленные информационные таблички, некоторые рязанцы остались недовольны перекрытием пешеходной зоны. Примерно еще неделю назад горожанам для того, чтобы попасть на другую сторону Лыбецкого бульвара, необходимо было подняться по ступенькам, перейти через дорогу, и уже только затем они оказывались у центрального рынка, либо у стадиона «Спартак». А вот буквально пару дней назад кто-то отломал нижнюю и верхнюю части секции жестяного забора и фактически таким образом открыл проход. Впрочем, воспользоваться этим новым проходом возможно только людям с неплохим уровнем гибкости и сноровки. И, возможно, поэтому прохожих в будничный день здесь не так много. Напомним, что работы по благоустройству территории Лыбецкого бульвара начались еще в марте нынешнего года. По имеющимся сведениям, их намерены провести предприниматели, которые ведут строительство гостиницы на улице Мюнстерской. Пока же здесь прокопаны траншеи для прокладки кабелей и других средств коммуникации к зданию будущей гостиницы. Одновременно с работами перенесен и знаменитый уже стихийный рынок, и теперь он располагается на подходах к стадиону «Спартак». А вообще, по планам чиновников горадминистрации, Лыбецкий бульвар благоустроят, проведут освещение, в том числе и ночное, а также установят детские, игровые и спортивные площадки.